Весна, Сибирь, город Омск. «Ласточки» прилетели. 15-й традиционный открытый областной турнир по художественной гимнастике «Сибирские ласточки» прошел с 4 по 6 апреля в Центре олимпийской подготовки «Авангард». В этом году соревнования юных граций собрали под свое крыло 220 художниц из Тюмени, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Новосибирска, Новокузнецка, Омска и Омской области. Как всегда, соревнования проходят на высоком уровне организации и очень теплый прием. Значит, в этом году участвует 12 команд, из них 5 школ города Омска и, получается, 6 команд приезжих. Хочется просто сказать слова благодарности тем людям, которые сохранили этот турнир, которые любят этот вид спорта, которые приезжают к нам, поддерживают нас. Ну а мы со своей стороны всегда окажем помощь и содействие в проведении данных соревнований. В течение 3 дней в Центре олимпийской подготовки «Авангард» юные гимнастки отчаянно боролись за медали и призы турнира. У каждой здесь есть свой секрет успеха. Я, конечно, чувствую страх. Ну, мне как бы страшно уходить на площадку, потому что здесь очень много человек и не знаю. А как ты справляешься со страхом? Ну, я просто как бы закрываю глаза, представляю, что я буду делать, и это все то же самое делаю на площадке. Помогает? Я занимаюсь гимнастикой всего лишь 2 года. Мне нравится, что от гимнастики будет хорошая походка, осанка. И, ну, будешь худая, фигура будет красивая. Каждый год в наш город с большим удовольствием приезжают целые команды из городов Сибири. Вместе с тренерами девочек сопровождают и родители. Татьяна Ладыжинская из Ханты-Мансийска в Омске впервые. Говорит, уровень организации сибирских ласточек радует. Очень большое волнение не только за своего ребенка, но и за ее подруг, потому что мы уже занимаемся спортом 5 лет, из них 4 года мы выступаем, и поэтому все девочки растут, и мы их видим с маленьких, поэтому очень сильно волнуемся. Победительницами сибирских ласточек в различных возрастных категориях и разделах программы стали Анастасия Ткаченко, Екатерина Позднякова, Лолита Акимова, Елизавета Скотынянская, все из Омского центра олимпийской подготовки, Дарья Иваненко из школы Лебедева и Нина Просянник из Тюмени.